около 3 миллионов жителей. Ну, тут уже подъезжаем. Это окраина, получается, Бергенгева. Там уже виднеется центр уже высотки. Плохо видно на камеру, правда. Вот, у нас на районе такие темненькие люди. В основном. Но есть районы, где только англики живут. Блин, кто-то звонит. В эту поиграть дороже, не фунт, а 75. Такие вот погонять, все прикладывать в карточки, сколько стоит это, фунт 50 на этой машинке погонять, все с карточки просто. Так, здесь тоже виза, карточка. И ценники повыше, чем везде обычно. Тут мячики были, я сейчас закину. Попала. Здесь легко попасть. Ой, они выкатываются вообще. Что-то они не работают, эта машинка. Доминика, они выкатываются, можно кидать и кидать. Машинка не работает. Все. Нет, вот они. Можешь поиграть на халяву. Обычно здесь надо платить. Сколько это стоит? Игра фунт 50 стоит. И когда заканчивается игра, обычно эти шары там лежат. А сейчас они прямо здесь. Так, сейчас пройдемся. Что тут еще есть? Так, машинки, как обычно, везде. Здесь, видите, вон они, все шары там. Пока деньги не закинешь, не поиграешь. Небольшое заведение такое. О, есть какие интересные. Игралка такая новая. Таких я не видела. Ну вот, есть их надо, да. Управлять ими. Потом есть вот такая кидалка. О, топор кидать, представляешь? Но он пластмассовый. Вон, видишь топорик? И туда кидать. Топорик, он резиновый. Сейчас попробую туда попасть. Я первый раз, я еще так не кидала. Я в середину попала, но он отскочил. Так, тут есть еще второй этаж. Такая игра. Сейчас сходим на второй этаж. Точно мы не были. Они поменяли. Вау. Тут, походу, боулинг играть можно. Видишь? Открыли новое заведение здесь, в Бергенге, в самом центре. О, какие-то с подсветками есть, какие-то комнаты. Это что, петь? Это караоке? А, точно, вон микрофоны. Точно, это караоке. Такие комнаты караоке.
много столиков, можно, наверное, кушать заказывать. Там еще тоже какие-то. Посмотри, там еще что-то. Как будто этот кинотеатр. А, здесь игралка какая-то. Здесь караоке. Здесь какая-то игра интересная. Не знаю, что это тут. Я не знаю, что это, что за игра такая. Там вон боулинг вижу. Бар такой. И выпить здесь можно тоже. Алкоголь есть, слаши. Никого нету сейчас, но сейчас очень рано. Мы еще вообще в будний день, сегодня понедельник, и где-то около 11. О, да, есть дартс, тут поиграть можно, эти кидать. Вот там, там боулинг, как я понимаю. Вон. Дорожки тут. 5 дорожек я видела. Здесь это что, просто столик такой придуманный? Да. Да, возможно, что-то ложить. Или можно играть, я не знаю. Ну, там вот дартс есть. Наверное, оплачиваешь и дают тебе эти вот острые, как я забыла, как их назвать-то. О, как тут прикольно. Подсветочка, все классно выглядит. Игры вот такие, смотрите. О, они как старинные. Не работает. Нет. Там подключать надо. Какие есть старинные игры тут придумали. У кого ностальгия, поиграть можно. Но для меня это не прикольно играть. Посмотрите, какое качество вообще. Квадратики в основном. Здесь вообще мутная Марио. Здесь уже получше более-менее, но тоже такая мутноватая. Представляете, когда-то давно, в 80-х, мы играли здесь в такое. Здесь тоже. Чего? Kiss, Kissing Bond. Там кто-то был. Точно. Сейчас ты открыла. А вот здесь заход на боулинг. Вот там люди играют уже. Дорожки. Скользит? Так нормально, обычная. Мало народу сейчас. Наверное, под вечер побольше будет людей. Мы вышли с того заведения, идем дальше гулять. Не знаю, куда тут направиться. Здесь вот китайские всякие сладости есть. Морожка. Тут открыли новых заведений много, куча тоже. Всякие булки. 4 фунтов, 6 фунтов кусок торта. Обалдеть, цены дорогие. Для сладкоежек. Но я лучше бургер бы съела за эту цену, чем кусок торта. Кафе Неро. 4,70, маленькая 4,20. Угу. Здесь переход такой над... в другое здание. Там Тики Макс, там вон вокзал, другая сторона вокзала. Так, и вот здесь попадаем уже в торговый центр. Здесь тоже много всяких торговых точек. Много всяких бутиков. В торговом центре поставили такую машинку. Апельсиновый сок сразу свежевыжатый можно купить. 4,50 стакан стоит. Такие расценки. Выгоднее брать 3. 3 за 12 получается. Так, сладкая вата тоже аппарат там. Этот... Вот. Это торговый центр. Булринг. Здесь здание есть. Потом можно перейти там, по-моему, по низу или как? На ту сторону. А можно перейти через улицу.
есть много разных магазинов. Сейчас понедельник, еще утро, не так много народу. Здесь бывает вообще куча народу. Даже дышать тяжело. Так. Здесь дорогие часы продают и ювелирку. Всякие бренды есть. Даже есть такие бренды, я вообще не знаю их. Даже не Армани, а что-то другое. Но кто богатенький, он, наверное, знает эти все бренды. Я видела какие-то Victoria Secret. Магазин белья для женщин. Ну, по-моему, и для мужчин там тоже что-то можно найти, но в основном для женщин. Всякие сексуальные одежды. Сейчас я заходила в туалет. И, кстати, он бесплатный. Здесь в Бильгингеме, в центре, получается, в торговом центре бесплатный нормальный туалет. Солидный довольно-таки. Хоть в этом плане продумано. Людям не надо деньги платить. Тут тоже чуть-чуть обновили дизайн. Раньше иначе все выглядело. В этом здании никогда не видела. Здесь наверх можно попасть. Какой-то конференц-зал там есть сверху. Сейчас попробуем туда заехать. Мы попадаем вот на это, о, на балкончик, а там уже двери идут в конференц-зал. Да, зато мы попали на балкончик. Дальше уже через ресепшн, так что нам не судьба туда попасть. Сегодня понедельник, и смотрите, какая тут кружка. Кто знает это слово? Такие тут есть магазины с такими всякими прикольчиками. Потом еще есть вон открыточки, девочки смотрят интересные. Посмотрите, какие. Поедем вниз на другой этаж. Так, зайдем в этот магазин. Какой-то детский. Не детский? Какой? Всякие плюшки. Вон, ручки всякие такие. О, какие штуки интересные всякие. Для тинейджеров, не? Такие брелочки. А это, кстати, китайский марка. Вот тут. Кстати, это китайский, да, такая Доминика? Такая девочка есть. У девочки с розовым. А где, где он смотрит этих чуваков? Нету тут они? Похожие игрушки у них. Ну, мальчики там. О, всякие такие разные. Это какие-то папочки. Книжечки, блокнотики. Короче, вся такая тематика с такими пупсанами. Да. Брум-бум. Доминика. Слоник. Лягушка. Всякие такие. О, какие тут. О, тут есть снеки китайские. Очень острые чипсы. Тут сухарики вот такие. Тоже, наверное, очень острые. Блин, цены не написано. Вот как понимать, сколько это стоит? Потом сюрприз будет. Обычно такие вот эксклюзивные вещи дорого стоят.
Вот попит, например, 2.30 стоит. Bubble tea тут есть. Bubble milk tea, смотри, в баночках. А там что, будут эти вот кружочки? Ну, нормально, выгодно получается, чем так заказывать. О, Доминика, как я покупала, эти есть тут. Цены не написано, цену не написали. Угу. Вот тут раздел китайских чипсов всяких много разных. Что, чипсы твои любимые? Что там? А, эти ролтоны. Да? Угу. Попробуем, короче, bubble tea возьмем с банки. Никогда не пробовали мы. 2.30 стоит здесь. Нормально, в принципе. Ага. Таких побрякушек, брелочков интересных. О, какие. Селем вот таких штук, где двигаются разные совы есть. Такие есть штучки. Котики всякие. Панда. Брелочки. Тетрадочки здесь есть. Вот такие суши интересные, прикольные. Доминика своей подруге ищет что-нибудь купить. Не знаю, не может никак выбраться. Такой большой выбор. Не знает, что купить. Пенал Иван. Кейсы для телефонов. Купили. Сейчас будем пробовать bubble tea с этого магазина. Тихо ты. Давай, держи. Как лимонад открывается. Обычный сладенький лимонадик. Bubble не вижу. Наверное, в самом конце они там. Но вкусный. Это ты? Кружочки достала? Да, не наврали, все-таки есть тут bubbles. Уже в самом конце. Сейчас я уже добралась до них. Немножко есть там. За много? Лопаются? Ага. Сейчас будем пробовать китайский тортик. Вот такой. Snowy cake. Таро. И вот такой какой-то зелененький. Вот так он выглядит. Ну пробуй. Как так? Как хочешь. Жаркий какой. Мягкий? Ну да. Что это за выражение лица? Вкусный? Что? Орешки какие-то? А это сама. Теперь моя очередь пробовать китайскую выпечку. Надеюсь, что вкусная. Выглядит прикольно так. Вкусненько. Простенько. Я ожидала круче. Ну, вкусно. Не сказать, что не вкусно. Вкусненько. Интересно. Я скажу, даже лучше, чем английские торты. Вкуснее. А теперь будем вот такой пробовать. Какой-то он зеленый. Я спрашивала продавца, что он зеленый. Может, там киви? Она не знает. Там по описанию не видела киви. Просто разукрасили так.
пока открывала коробку и повредили тортик. Ну давай, Доминика, пробуй. Ну что? Какой вкуснее, вот этот? Он, кстати, симпатичнее выглядит. Или этот? Подожди. Вот этот вкуснее? Нет, сладкий, а зеленый просто как обычный. Вот этот вкуснее? Так, Денике понравился больше тот. Попробуем я, какой мне больше. Это тоже интересно. Мне тоже нравится. Не ожидала. Тот и второй мне нравится. Здесь еще какой-то в Булринге есть китайский, еще один. Как я понимаю, что он китайский. Сейчас посмотрим. Потому что тут майки вон какие-то. Не, может, не китайский. Покемонов увидела и подумала, что китайский, но нет. Тоже эти штучки китайцы любят, вот таких мягких. Короче, тоже такие всякие есть. Мишки. Among Us, вон, для мальчиков. Дилан, да, там смотрит их. О, тут попить и всякие чипсы есть. О, напиток чупа-чупс есть. Не везде их можно купить. 3 фунта чупа-чуп стоит. Этот 4. Постеры тут есть. О, китайский какой-то чай. О, ментос. Такой тоже напиток я не видела нигде. 4 фунта стоит. Обалдеть. Дорого. Так, игры. Тут какие-то китайские печеньки. Постеры вон. Всякие разные тут. Большой магазин открыли. Раньше его не видела, кстати. Никогда не было в нем. Фильмы всякие дисковые тут. Ой, там и пластинки есть. Проигрывать, чтоб. Тут и такие старые диски. Таких уже люди не слушают в основном. Но они еще продаются, оказывается. Всякие эксклюзивные майки. Нирвана, вон, майка Нирвана, Металлика. Тоже не везде купить ее. Да. Вот тут целая коллекция. Вот этих, как они называются? Funko Pals. Funko Pals? Funko. Funko, короче. Целый стенд. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.
некоторые магазины зашли, в некоторые мы не заходили. Поедем вниз. Так, спустились ниже. Здесь уже есть детский магазин. Сейчас смотрю, какие-то скидосы там есть. Какой-то спортивный магазин открыли. Фуд. Фуд-Асилу. Почему неправильно так пишут? Ну да, не было его. Тут пишут до 50% скидосов. Сейчас зайдем, посмотрим, что есть. Что осталось после Нового года? Пустоватенько, да? Тут вначале было больше всего. Не, ну, я в таком плане. Тут еще были коробки всякие. О, даже 75% скидка. 25 фунтов стоило что-то. Это игра какая-то. Сейчас стоит 6,25. Такая простенькая игра. Ну как, тут много деталек всяких. О, монополия, вон 9 фунтов сейчас стоит. Есть такое, а есть такое уже подороже. Там железные штучки вот эти, здесь пластмассовые. О, 75% этот так и был, кстати. Здесь что-то новое появилось, вот этого я не видела. Палочка рисовать на телевизоре. 28 фунтов стоило. Сейчас 9. Вот такая вот на экране типа рисуешь. Как-то там с Bluetooth подключаешься и рисуешь на экране. Вот этот дядька вообще дорогой, стоил 20. Кто его за 20 бы купил? Сейчас поставили 4,75. Может, кто-то и купит. Бывает, специально пишут, что дорого стоило, а потом делают скидку. Не, ну на самом деле тут бывают хорошие скидки. Вон Бэтмен. 5,60 стоит маленький такой, небольшой. Но 14 это дорого для такого маленького. А, пистолеты у них всегда хорошие скидки в этом магазине. Много вариантов всяких. Nerf — это дорогая фирма, довольно-таки хорошая фирма. И всякие скидосы у них постоянно есть на эти пистолеты. Зайдем в этот Фуд-Асилиум. Фуд-Асилиум. Блин, такое название странное. Короче, какие-то тут распродажи есть. Посмотрим, есть действительно цена дешевле или это просто заманиловка. Такие 39, 74 стоили. В
Вансы тоже по скидосу 130 стоили, сейчас 89. Но их берешь в руки, чувствуется тяжесть. Это для скейтбордистов. Это чтоб, наверное, ноги не побить, там очень такие качественные вид чувствуются. А это не Мартенс? О, это Мартенс! Вау, 150 стоили, сейчас 100 стоит. Нормальные такие, стильные довольно-таки для мальцев. Вот эти 140. О, тут даже Мартенсы есть. Ну, немного вариантов, но есть. Обычные такие, как офисные. Блин, кальяны здесь. Есть такие тряпочные Мартенсы. Есть коричневые. Кожаные, выглядят как кожаные, 140 такие. Вот, Тимберленды, 130 стоили, сейчас 100. Любителям Тимберлендов. Ну, не всем нравится. Кстати, такие же самые, только расцветка другая, 90. Подешевле. Есть даже за 69 такие Тимберленды. Тут чувствуются скидки. Ну, не на все есть скидки, но кое-где, вот, смотрите, Джорданы, 49 сейчас. Джорданы вообще всегда дорогие, новые. Во, вот такие есть Джорданы. У меня, кстати, есть использованные где-то на продаже такие. Все 9 новые тут. 75 обычная цена. Лакоста по 39, и он 64 стоили такие. Лакоста сейчас 39. Так. Что тут еще? 34 такие адидасы. Тут для маленькие размеры. Тут на тинейджеров, ну, на подростков. О, куртки эти. Сейчас фирма эта знаменитая. Завайте Канада. По 69. Тут для мальцев, по-моему, 100 стоили. У Саманты, по-моему, эта фирма, не? Да. Но она попала там за 150 или за сколько, вообще дорого. Здесь вот 100 стоило, сейчас 75. О, светленькая, как прикольно выглядит. Темная не так. Вот эта светленькая для девочки уже получше выглядит, не? Сколько это стоит? Цены не вижу. А, вот, есть цена, без скидки, 100 фунтов вот это стоит. Вот такая у Саманты похожая. Здесь она стоит 75, 89 стоила. Вообще дорогущая, смотрите, 260 стоила, сейчас 200, простая куртёха. Обалдеть. А, ну есть вот такая за 124 сейчас. И даже не хуже, чем та. А цена, блин, в два раза дороже. Сейчас вижу Nike и такую мягкую кофту. Вот это Nike фирма. Обалдеть. Никогда не видела такого стиля. Майка вон 9 фунтов. Скидос хороший. Вот это тоже скидос. Пятнашка стоит сейчас. Вау. Для маленького. Даже вот эта фирма есть для маленького пупсика. Как для Дилана нашего. Вот это фирма. Ага. О, смотри, какой костюм. 45 стоил, сейчас 19. 20, короче. Риск какой-то. Не знаю такую фирму. Но это они, наверное, специально написали, чтобы люди... О, хорошая скидка, надо брать. Но фирму я эту не знаю. Вот эта фирма, вот это да, сейчас она в тренде. 44 сейчас костюм такой. Жилетка 35.